проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 10 том, тема «Семья». Вопрос 2333. Живу в доме с человеком, который в течение дня 5-6 раз чертыхается. Ничто не помогает. Что же делать? Ответ Игнатия Лапкина. Смотря какова ваша сила и авторитет, и кто он, родной или чужой, можно ли развести мосты с ним? А если нет, тогда терпите, молитесь. Демоны любят, когда их поминают. Они подражают Господу, который хочет, чтобы мы всегда о нем помнили. Исайя, 25 глава, 1 стих. Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь. Исайя 12.4. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Сафония, 3 глава, 9 стих. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. 1 Коринфянам 1.2. Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас. Сейчас очень много поминает черта в фильмах, иногда почти беспрерывно склоняет этого духа лжи и убийства. Сирах 23.19. Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не научится. Терпите, беседуйте с ним и вразумляйте, если он способен слышать. Матфея 12.36. Говорю же вам, то за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Эфесинам, 4 глава, 29 стих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Стихотворение. Завиденное нужно отвечать. Заслышанная спросится сполна, Во что поверили, на том стоит печать, сомнительное тоже, что волна, Выходит, моряками рождены, Приговоренные в неверии тонуть, матросами на страшные галеры сатаны обречены под палку и подкнут. «Э, нет!» — сказал однажды сам себе и осмотрелся, будто бы впервые. «Здесь каждый ложкой под себя гребет!» «Ба! Да оказывается, все мы тут кривые!» «В насмешку, на позор, с клеймом, что вор!» «Умышленно и злостно окривили!» «Начальник боцман на расправу скор!» надсмотрщики, все с портбилетом вила. Взмолился, переставший чертыхаться. О, если есть что выше нашей мачты, приди, спаси. Устал я бултыхаться от политической прилюдно-блудной качки. Раскрепости и выведи во свет. Дай ощутить скалу чудесной веры, определить, где право, лево да и нет. Энергией небес ударь по нервам. Не захлебнусь от счастья, устаю, Покинув палубу незнания и сомнения. Христос воскрес, послышалось поют. Дрожь ощутил я в дрогнувших коленях. Все в прошлом. На руках татуировки, О безнадежном якоре, Марусях, Теперь раздеться при чужих неловко, Сам за себя краснею и стыжусь я. Глаза отверзлись, распахнулись уши Для пренебесных глазов и видений. В рыданиях о прошлом слезы душат, Смывая грех, неверие и сомнение. 24 июля 2004 года игла Игнатий Лапкин. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.